Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. Ну что же, забираем свои ежедневные награды за Лигу Сёгунов 3 звезды. Но когда это было? Это было давно и неправда, потому что 100% тебе даю. Сейчас мы находимся, наверное, где-то в Сёгунах. Потому что я вчера поиграл, и сегодня целый день не играл, так что 100% меня там сбросили. Так, ну ладно, мы пока сделаем с тобой задание. Откроем бесплатно колоду. Так, нам здесь мутагеноид собственной персоны. Я его узнал издалека. Так, дальше у нас идет. Так, пойдем-ка, наверное, мы на. Подожди, Шархана мы все, да? С тобой полностью прокачали. Теперь, значит, Шреддер. Навыки. Угу. Что нам здесь не хватает? Ага, одного пульта. Ну давай. Вот он. Родной, выпал нам. Куда же он делся бы? Из наших толопищ никуда не денешься. Это до 5-й ступени мы прокачали. Давай посмотрим, что... Ой-ой-ой. Так, 4 кошки надо, да? Раз. Два. Так, уже 2. Блин, ребята, а у нас с вами... Блин, телепортов-то нету. Придется... Ну, придется так делать. Зашибись, вот это да. Давненько мы, кстати, с вами так не попадали на телепорты. Чтобы их у меня уже, как говорится, и не было. Жесть. Так, Шреддер, мы с тобой еще пока не закончили. Значит, нам нужно еще 2 кошки. Так, здесь не нашли. Может быть, тут нам улыбнется удача. Да хорош уже эти билеты студенческие на Эйприл. Зачем они нужны? Вы издеваетесь, вы, вот сейчас вы делаете специально это, да, все. Чтобы я не нашел ни шиша. Это какая попытка уже? 20-я, и ни одной кошки не выпало. Вы серьезно, блин? Я хоть там ищу-то, да вот она, должна быть. Спецом, да, делаете? Ну вы гаденыши, а, однако. Не дадут. Ну ты прикинь, они чего угодно тебе дают. Мутаген. Спасибо. Спасибо огромное. Еще нужно одну искать. Ладно, ребята, это уже в следующей серии. Так, я выполнил, как говорится, задание. Давай заберем реворд. Поднять уровень персонажа. Сколько у нас с тобой мутагена? 29 тысяч. Вот так я делаю, друзья мои. Усаги получает 96 уровень. Забираем остатки роскоши и бежим с тобой сразу же на арену. И, кстати, посмотрим, куда нас с тобой сбросили. Ну, я же тебе говорил, что мы будем в Лиге Самураев. Я, если честно, ничему не удивлен. Ранг 5. Ну что, будем, наверное, бустить. Что скажешь? Ну, я думаю, ты понимаешь, да? Что такое слово бустить и с чем его едят? И что оно означает? Оно означает, что сейчас мы с тобой просто-напросто пойдем по повтору. Мы вот проходили с тобой, когда... откат недели был арену нашими персонажами, да, все как бы потихоньку-потихоньку. А здесь будет крутить и вертеть всех Лео. За счет Лео мы с тобой сейчас отыграем большее количество моих персонажей, слабых, естественно. Поднимемся еще с тобой выше. Может быть, уже, конечно, не в лиге, как говорится, сёгунов. А может быть, даже уже и до мастера доберемся. Все зависит от того, как будет наш Леонардо справляться с поставленной задачей. Естественно, враги тоже будут крепче, сильнее. Так, и нам нужны замечательные кубки, чтобы у нас были. Давай, наверное, 15-19 все-таки оставим. С этими ребятами Леонардо справится. У него проблемы начинаются где-то на 60 уровне. То есть, ты понимаешь, да, 60-е уровни противников он уже не справляется. Он их не валит с одного удара, поэтому придется ему, скорее всего, брать в помощь кому-то. Это начиная от Армагона, Зека, Змейка Вьюна, Паукуса. Вот таких ребятулек нам придется с тобой добирать. Грубо говоря, вот сейчас арена уже идет не на буст, как была самая первая, а просто вернуть свои позиции. Потому что здесь уже все устаканилось. Здесь уже каждый имеет свою, как говорится, ячейку, свою ношу, где он будет сидеть, пока его не подвинут в ней. Ну и как ты понимаешь, что я прихожу и начинаю их всех
тормошить здесь. Василий и Витар. Ну, я возьму, наверное, здесь Витара. Возьмем Витара с гитарой. Кстати, уровень какой? 51-й, это максимальный для нас. Опять же, ребята, это не страшно. Берем вот этих вот орлов и вперед. Начинаем, как обычно, с вертухана. И им же и заканчиваем. Ну что же, лучше не придумаешь. Давай дальше. Как только 60-е уровни пойдут, сразу, ребята, делаем осечку. Сразу же будем брать кого-то в помощь, иначе нас будут разбирать. Ну а мне нужно позиции вернуть в обязательном порядке. Так, 52-я позиция. Хотя сегодня что у нас? Среда? Ладно, время еще есть. Хотел я, наверное, пройти испытание какое-нибудь. Завтра опять на работу, друзья мои, начинается, как говорится, будни. И, соответственно, видосиков не будет. Плюс, как бы основные видосики у меня очень долгие, друзья мои, выходят на моем втором канале. В принципе, почему-то сейчас весь акцент идет туда. Не знаю, с чем связано. Очень много играю игр за кадром, не записывая. Это, например, Звездные Ренегаты. Я просто там припарился уже проходить по тысячу раз их. А если взять это шоу Redneck, ну, было Эд против пришельцев. Друзья мои, это вообще там, там трындец. Cuphead, ну, наверное, отдыхает, я так понимаю. Так, ну что, берем, наверное, с тобой Энди. Тут 53 уровень, 60-го еще пока не видно. Так что будем справляться. Так, у нас тут уже 40-е. Я думаю, таким темпом мы дойдем до 50-х. А там уже мы сравняемся, грубо говоря, потому что сейчас противники идут именно 52, 53, 55 уровня, да? Правильно я говорю? Да. Ну давай, Лео, жги, как всегда. На самом деле, вот это можно было бы даже и не снимать, да? Как я прохожу, потому что, ну, неинтересно, Леонардо выходит, бумс, делает вертушку, и они все улетают. Надо будет, наверное, так и сделать. В следующий раз, ребята, наверное, не будем, просто уже... Хоп, и мы с тобой в топчике. Никаких арен. Нет, на самом деле здесь только до 60 уровня будет вот такая вот лафа у нас. А потом, потом будет напряжка. Ну как напряжка, мне просто придется уже не только Леонардо брать, а в помощь кого-то. Тоже посерьезнее, посильнее, как говорится, нашего героя. И все. А вот что у нас сегодня на арене? Не на арене, точнее, а на испытании. Вот это уже меня больше интересует. Наверное, смятение из другого измерения опять сегодня, ребят, проходить не будем. Времени уже, как говорится, много. Надо ложиться отдыхать, а завтра с утра на работу. Ну, возможно, либо после работы запишем, да, с вами видосик. Или уже ждать выходной. На коротком выходном тоже можно будет попытаться. Ну что, а мы с тобой перебрались на Лигу Сюгунов 2 звезды, 84-я позиция. Где-то боев, я так понимаю, 5 нам нужно сделать для того, чтобы перескочить в Лигу Сёгунов 3 звезды. Это по моим вот предположениям. Давай проверим. Уровень еще за 60 не вышел. 55-54. Так что Леонардо пока здесь актуален. А когда мы дойдем до уровня 60-го, я думаю, мы уже своими персонажами основными дойдем до туда. Так что... Особо, как говорится, расстраиваться не стоит. Да, не стоит. Продолжаем бомбить. Не отступать и не сдаваться. Уровень, так, подожди-ка, смотрим. 64-я позиция, то есть на 20 ступенек перелетаем. Ну, получается, да, 4 боя где-то нужно сделать. И мы берем с тобой Джарди. Кстати, он уже мне попадался, этот Джарди. Раз, два, три, четыре. Да, уже полтинники идут. Грубо говоря, мы догнали своих врагов за счет Леонардо по уровню. У него 54-55, а у нас уже скоро будет 50-й. Так что все идет по плану, все как надо. Единственное, да, конечно, мы тратим с тобой откаты. Но лучше откат один потратить, чем, как говорится, отдуплиться всем моим ребятулькам. Тем более в приоритете уже здесь, как говорится, не тактика и стратегия, а здесь скорость. Давай 40-ю позицию. О, 44-я, да? 44-я. На 20 ступенек мы с тобой перепрыгнули. Ну что, давай, наверное, возьмем с тобой Сильвию.
Возьмем Сильвию. Так, секунду, секунду, секунду. Раз, два, три, четыре. Ну да, остается еще один бой. Кстати, там же 59 уровень, да? Например, Карайка. А это плохо. Карайка 59 уровня. Она может... Кстати, у нее инициатива, не забывай, крутая. Ну, я надеюсь, Леонардо успеет с ней справиться, да. Рафаэль, эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо, роднуля, ну-ка, падай. Лапекс, меня сейчас она круто очень спасла. А прикинь, если бы она промахнулась, он бы звезданул своим люком, да? В кого-нибудь, и все. И кубков было бы мало. Так, давай 32-ю. Ох ты, 22-я. Слушай, ну это вообще тогда круто получается. Возьмем с тобой, знаешь что? Вот этих вот. Блин, уже 62 уровень, кстати, ребят. Я тебе говорил, да, что когда он дойдет, противник, до 60 уровней, нам придется брать кого-то в помощь. И это будет, наверное, Карайка, скорее всего. Раз, два, три. Если что, Карайка будет идет, ну, как добивающая, короче, будет своими бросаться кунаями. Я надеюсь, враг по инициативе все равно все-таки слабоват будет, в отличие от меня. Сейчас посмотрим, как Леонардо справится. Видишь, Майки выжил. И нейтрализатор. Да. А вот если бы не было бы караечки, здесь бы пошло-поехало. Так что запоминай, запоминай, как делается все. И на каком уровне, и когда. Про инициативу мы уже с тобой, наверное, столько наговорили. Кстати, Лига Сёгунов, 3 звезды уже. Слушай, неужели мы сегодня с тобой попадем в мастера? Среда на дворе, а мы с тобой в мастере. Прикинь, 2 звезды. Вообще шикарно будет. Можно будет вообще не заходить в игру несколько дней, да? Не волноваясь о том, что тебя сбросят. Так, секунду, подожди-ка. Что-то я тут радуюсь раньше времени. Шархан, да, возьму Шархана. У него тоже есть массовая атака. Что это за слово такое дурацкое? Не волноваясь, не волнуясь. Прикинь, вначале сказал, потом сижу и думаю, что-то не то ляпнул. Ребят, это говорит только об одном, что Рэй надо поспать маленечко, да, перед работой. Потому что он сегодня, ну я бы не сказал, что я рано встал. Но зато и вчера поздно лег. Так что продолжаем нашу эпопею. Посмотрим сейчас, куда мы с тобой сиганем. С 99 позиции на 80. Ну, грубо говоря, 20 ступенек мы с тобой перепрыгиваем, да? Значит, пока расстраиваться не о чем. Давай возьмем с тобой Славку. Возьмем Леонардо, возьму, наверное, Железноголового сюда. Раз, два, три. Слушай, очень много 50-х уровней у меня. И всех их прокачать, как кто-то говорил, ты прокачивай, говорит, потихонечку. Друзья мои, ну как потихонечку? Это очень много их, и никак ты их потихонечку не прокачаешь. Не, ну может быть за год, за другой мы, конечно, прокачаем их где-нибудь до уровня 80-го. Это причем каждый день по несколько уровней надо будет апать одному из персонажей. Тогда, да, давай 60-ю позицию. О, отлично. Так, у нас с тобой еще 91 монета. Мы можем с тобой купить. Угу, правильно ты подумал. 3 ДНК. 3 ДНК на Микеланджело оригинал. Так, секундочку. Тут нам надо что? Раз, два, три. И в помощь пойдет, наверное... Слушай, Паукус будет слабоват. Змейковюн. Хотя и Змейковюн здесь тоже слабоват. Потому что уже уровень 61-62. А Змейковюн у нас идет 70-м, да, уровнем? Да, 70-м. Ну-ка, давай попробуем. Опасно. Вот, кстати, очень опасно шутить именно со сплинтером. Тихо ты, именно со сплинтером. Знаешь почему? Потому что если его слабенький персонаж ударит и его не добьет, то я боюсь, ему достанется сплинтера. Он, конечно, критануть не кританет, но он может положить на тебя немоту. Короче, дебаф. И все. И приплыл парень. Так, 44-я позиция, ребята. Остается еще где-то 3 поединка у нас, да, грубо говоря. И здесь я выбираю Питер Пен. Или Питер Паркер, кто я, не знаю, кто он там. Раз, два, три.
Ну да, приходится брать три слабых, одного имбового, и кто-то будет на подхвате. Например, сейчас я поставил Донателло. Ну, чтобы добить, и у него это получится. По инициативе он не очень, конечно, силен. Где-то там ближе к концовочке идет. Опа! А это попадос, да, ребята? Мог бы быть. Мог бы быть, друзья мои. Но Донни решает все. Это надо же, это Майки у меня выжил, да? Мутагеноид и Эйприл. Оригиналочка. Ей просто крупно повезло. Всем им крупно повезло. Потому что Микеланджело был 62 уровня, а они 50-го. Ну, конечно, упасть не упали бы, но все равно неприятно. Ну что же, 23-я позиция. Получается еще два поединка, да? Нам надо выстоять, и все будет чики-чики. Возьмем, наверное, с тобой Ирфана. Вот Ирфана я беру. Тут уже надо будет, ребята, конкретно перестраховываться. Возьмем, наверное... Нет, подожди-ка, лучше мы возьмем с тобой Зека сюда. И Тимати. Раз, два. И Тимати, блин, как-то немножко не то. Не то я хотел. Троих отыграть не получается, да? Ну, Зек, конечно же, будет ходить первым. Тут понятное дело. Замедляшка абсолютно на всех. Я думаю, что Леонардо справится со своей поставленной задачей. Стоп. Стоп, стоп, стоп. А если так? Ну, это мне совсем не нравится. Ой, как не нравится. Рок, кстати, выжил. Так, что бы сделать? Дебаф на него, что ли, повесить, а? Так, мы его замедлили. Ну, все, ему крышка. Мы его и замедлили еще к тому же, поэтому... повезло, что... Главное, вот дебаф можно повесить, ребята. Даже если у тебя маленький уровень. Но дебаф по скиллам прокачан до 4 ступени. Он все равно будет срабатывать. Понимаешь? Если по атаке ты можешь промахнуться и не попасть, то именно бафом или дебафом ты все равно сделаешь свое дело. Немножечко как бы даже несправедливо, да? Ну что, мы с тобой против Андрюшки будем выступать. Так, раз, два, три. И возьмем, не надо Кирби. И возьмем мы с тобой здесь, наверное, Армагона. Хотя тут Майки. Мы знаем прекрасно, что делает Майки. Он бафает отряд на атаку. На усиленную. Тут еще и слэш. Твою ж налево. Тут и сплинтер. Слушай, довольно горячая команда у него. Оу, оу. Так, смотри-ка, что у нас происходит. 62 уровень, да? Не будем рисковать. На всякий случай я поставлю все-таки провокацию. Ага. Сплинтер сделал критическую атаку. Тихо, 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 что я делаю? Фу, нам повезло, ё-моё. Я же только что сегодня говорил, вот буквально на где-то на несколько минут назад, что если ты будешь атаковать сплинтера, он может тебя контратаковать. И взял же этого бибопа 50 уровня, отправил на 62. Ни ума, ни фантазии, господи. Так, ребят, ну что, мы с вами уже в мастерах. Чётенько. 7 откатов у нас с тобой еще в карманчике лежит. Берем с тобой Реджи. Ну и давай как-то доигрывать всеми персонажами. Кстати, здесь, ну, есть риск, но не такой большой. Возьму Ваньку все-таки сюда с тиранка, чтобы его, как говорится, не пробили, и он смог использовать свою массовую атаку. Но не забывай, что опять же здесь вообще, ты заметил, что во всех вражеских командах есть сплинтер? Вот я сколько играю, я смотрю, сплинтер здесь, сплинтер там. Он везде присутствует. В чем проблема? Любимчик, что ли? Или так выставляют, как говорится, против меня команды? Это же как бы не настоящие, да, люди, это боты. Против меня сейчас в данный момент играют. Но, как я знаю, подписчики говорили, что как бы команда моя, но по-другому там идет, например, прокачка или еще что-нибудь. Как он, правда, это видит, я не знаю. Если я вот вижу, например, 66 уровень, да? А как у него прокачаны скиллы, мне никак это не посмотреть. Так, секунду, друзья мои. Берем с вами опять же Реджи.
Возьмем именно его. Так, возьмем боксера Стукмана. Не заб... Ой-ой-ой-ой, тихо, тихо. Может быть, не будем драться тут, Майки? Не хочу я с ним. Вот, возьмем с тобой Виктора. Да, лучше с ним. Попроще, да? Так, раз, два, три. И пойдет у нас с тобой, наверное, Рахзар. А потом остается Микеланджело. Кто там еще? Бакстер Стокман. Ну, до мастера, конечно, от две звезды мы сегодня не дойдем с тобой, это факт. Но приблизиться приблизимся. Давай возьмем провокацию. Вот таким вот образом. Ой, твою ж дивизию, ты посмотри, что делает. Срочно хиляй Шреддер, срочно. Так, ну здесь тоже голодранка, а, хиляет. А мы еще тогда хильнемся по фулочке. Так, теперь... И все мимо, да? Мимо, слабо. Так, Лео, кого начнем с тобой бомбить? Наверное, Рок, кстати, потому что у него есть огнемет. Все, больше ничего у него нету. Смерть с небес, наверное, нам лучше сделать с тобой на Рафаэля. И его можно вот так просто бомбануть. Ага, бомбанул. Вот тебе и бомбанул. Давай-ка попробуем с суператакой. Фиговенько, да, на самом деле? Получилось все. Нас еще и замедлили. Так, хиляться. Хиляться, я думаю, не будем пока. Давай вот так вот сделаем, наверное. Ушатаем Дони. Есть контакт. А если я так брошу пробирочку? Мимо. А если плевок? Ну, что тут я могу тебе сказать? Провокация еще пока стоит? Стоит. Этот может в тень уйти. Давай, наверное, уничтожим с тобой Рафаэля. Попробуем добить Микеланджело. Ну-ка. Ага. Нет, 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 нет. Ребят, провокация, ты смотри, она закончилась, поэтому я очень сильно переживаю. Так, смерть с небес. Я думаю, что Эйприл мы, наверное, вот так с тобой уничтожим. А этого вот так. Фух. Да, нам сейчас в данный момент с тобой очень крупно повезло. Вообще никого не потеряли, никто у нас не упал. Но ты сам видел, чего мне это стоило. Так, двигаемся дальше. И местечко у нас с тобой 50-е. 5 откатов. Враг уже довольно сильный. 68 уровень, ну почти 70-й. Так что тут... А у нас уже и персонажей-то практически нету. В общем, сейчас сделаем так. Леонардо вместе с Усаги рвут этих. Мы с тобой еще раз сделаем откат. Я не знаю, наверное, на Леонардо. Потому что больше там никого нам не взять. Там пятерка, да? Пятерка героев будет. Или нам придется откатывать? Сейчас глянем, короче. Там у нас кто остался? Зэк. Ой, Зэк, какой Зэк? Зэк уже отыграл. У нас там остался Бакстер Стокман, по-моему. Микеланджело. Рафаэль уже отыграл. Так, сейчас гляну. Сейчас гляну и скажу тебе, что у нас тут осталось. Так, возьмем. Ну, я думаю, что Александра надо брать. Послабее будет. А, еще Крис Брэдфорд. Я про него и забыл совсем. Ну что же, вот как-то вот такая у нас команда с тобой получается. И возьмем мы, наверное, сюда все-таки... Все-таки Леонардо, я думаю, да, ребят? Возьмем Леонардо. И это будет последний бой у нас на лиге. Так, начнем с уклоняхи. Замечательно. Так, посмотрим, как вертушка сработает. Шикарно вертуха сработала. Просто идеально, ребят. Так, мы можем с тобой... Да, я подобью, наверное, Майки ролевого. Ну и теперь остается лишь Донателло. Все. С ареной на сегодня, как ты понимаешь, у нас закончены дела, и мы переходим на испытания. Испытания сейчас глянем, какое лучше нам начать проходить. Слушай, ну практически добрались с тобой до Лиги Мастеров. Две звезды, я считаю, что это неплохо. Три откатика. Так, зайдем с тобой в магазин. Посмотрим, что у нас тут. Приобрести ничего не можем, ну а здесь, естественно, мы с тобой приобретаем
три ДНК на майке оригинала. Так, и испытание. Городская война тени на солнце. Это что у нас? Так, ну это мне не особо сейчас интересно. Давай тогда мы, наверное, мания майки, да? Этот и вот этот. Они мне нужны. Кстати, мы с тобой прокачиваем же оригинала, да? Прокачиваем. Так что остается только посмотреть, кого нам дадут. Ё-моё, ну почему? Зачем? Зачем мне Мундагека? Зачем мне этот нужен, а? Джастин. Ай, ну ладно, давай. Докуда мы с тобой дойдем? Ну, далеко, конечно, мы не уйдем. Зек плюс Рокзар и Крис Брэдфорд, втроем они. Без хила. Да, далеко нам не дано уползти. Не получится, короче, хорошо здесь пофармить именно Микеланджело. А тем более те, которые мне нужны. Ну, сколько пройдем, столько пройдем, как говорится, да? Первый поединок, как говорится, за нами. Двигаемся далее. Этот майки у нас, кстати, прокачан на 5 звезд. Насколько я помню. Или нет? Я никак не могу запомнить, он у меня прокачан, майки фильм, на 5 звезд или нет. Почему-то в голове стоит картинка, что он прокачанный. Но на самом деле, по-моему, не прокачанный. А, нет, все-таки прокачанный, да, ребята. На 5 звезд. То есть остается только лишь переводить его в платиновый ранг. Кстати, у нас уже 120 платиновых осколков, 192 золотых. Мы знаем, что нужно 300 золотых и 400 платиновых, да, по-моему, 400. Да, 400 платиновых, а золотых нужно 300 для того, чтобы переводить серебряного бойца. Мне даже и не показать это. Чтобы перевести серебряного бойца в золотой ранг. Или дать ему очередную золотую звезду. Так, ну что же, мы продолжаем. Мания майки. Этот майки мне как бы не особо нужен. Но драться-то все равно придется. Давай включим с тобой автобой, чтобы здесь особо, ну, время не терять. Быстренько все это пробежим. Мне нужен оригинал. Если мы дойдем с тобой до оригинала и пройдем, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, на 3 звезды, будет классно. Кстати, ребята, дошли мои руки до Marvel Avenger, да? На втором канале будет уже скоро, ребята, выпускаться серия. Я знаю, что его уже прошли по 1000 раз, и я поиграл. Слушай, ну мне понравилась игруха. Не сказать, что обалденный шедевр, но задумка неплохая, прикольно. И немножко мне не понравилось, конечно, я понимаю, там эксклюзивные права, да, там на, как тебе сказать, на героев, да, кто-то снимался в фильмах. Ну, немножко как, они схожи, но не так, как хотелось бы, да, то же самое там Капитан Америка, Вдова. Единственное, что Халк, Халк, да, его там, именно когда он в Халке, а не в телесном облике Брюса. Вот, Халк, да, Халк классно там сделан. Че еще? И вот эта вот девчонка новая со способностями, да, резиновые руки. Нет, я, конечно, играл в этот Marvel Strike Force. Она там, я в первый раз, кстати, этого персонажа именно там увидел. Вот, ну я подумал, что у нас же есть Фантастическая четверка, если не ошибаюсь, да. Там тоже есть чувак, который мог тянуться как, ну, как резиновый. В чем тогда прикол создавать этого персонажа? Вот объясни мне. Я вот, например, не понимаю. Ну ладно, мы с тобой поиграем там. Посмотрим, разберемся, что к чему и почему. Кстати, там этот Таскмастер. Тоже я увидел в первый раз. А где же я его увидел в первый раз? По-моему, Future Fight, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Или Битва чемпионов Marvel. Таскмастера я получил там, потом в Strike Force он у меня появился, буквально недавно причем. И в этой Marvel Avenger он тоже там есть. Он там разбойник, ё-моё. С пультом с этим летал. Короче, ребята, заходите, смотрите в ближайшее время, когда выложу. Ну, будет, естественно, там все указано.
Так, ладно, это я просто минутка выпала у меня свободного времени пообщаться с вами, потому что здесь все еще на автобое у нас все идет. Так, а вот теперь уже интересно, по-моему, будут 60 уровней, да? И здесь нам придется распрощаться. А с кем? Естественно, с Мондагека, скорее всего. Так. Классическая черепашка. Нам придется распрощаться вот с этими ребятами. Как бы это ни прискорбно звучало и смотрелось. Ну, иначе они, ребят, погибнут. А вот теперь играем чисто втроем. На 4 волны нам должно хватить, в принципе, запаса нашего. Потому что, ну, все-таки 80 уровень, да? Это не хухры-мухры. Хотя, смотри, видишь, крысу эту мы уже не пробили с тобой зэком. Ой, зэком. Крисом Брэдфордом. Ага. Я не знаю, давай баф сделаем с тобой. Вот, хотя бы у нас усиленная атака будет. Причем мы прекрасно знаем, что на Крис Брэдфорд у нас с тобой скиллы прокачаны по фулочке. В принципе, у всех здесь. Ну как по фулочке, до 6 ступени. По фулке это, конечно, 7 будет ступень. Но там очень много элементов нужно. И когда мы их с тобой найдем, я фиг знает. Можно здесь, хотел бомбочку кинуть, но нет. Так, железно... Уже все, вместо кожеголового, железноголового, начинаю уже оговариваться. Заговариваться, точнее. Так. Ну, хилять будешь, что ли? Да серьезно, а? Ну, морозилочка, кошечка, ну что ты делаешь, а? Ну, ты... Ой, глупенькая. Так, это сейчас будет прово... Ох ты, ох ты, ох ты. Я думал, он встанет в провокацию, но нет. Все-таки решил меня атаковать. И это зря. Так, ну и переходим с тобой на 4-ю волну. Давай, наверное, бомбить вон того Майки. В первую очередь. Тыдыч. Теперь берем с тобой стойку провокации. Сделаем с тобой баф. Оу, контратака. Вот это я обожаю. Когда есть контратака на персонажах, а особенно если этот персонаж еще стоит в провокации... Ну, это просто имба, согласись. Тем более, тут критическая атака, усиленная атака, вообще имбова. Так, ну что, Майки, пора тебе отдупляться. Нет, еще выпендривается на дорожку, смотри. Добивай его. Все. Так, ну слушай, здесь прошли. Давай посмотрим следующую волну. Если потянем, будет классно. Там как раз уже, по-моему, идет к оригиналу, да? А ну-ка. Да, друзья мои, оригинал. И 7-й это уже будет космос. Но космос уже вряд ли мы с тобой пройдем. Да что меня все тянет сюда-то нажать, а? 65-й уровень, друзья мои. Как ни крути, плюс еще Микеланджело этот. Хитрозадый. Так, ну здесь мы быстренько с тобой разберемся с ними. Естественно, лучше всего сразу команду свою бафать. Бафать именно на атаку, на крит. Потом, конечно, можно уже будет и на защиту. Но в первую очередь, я считаю, все-таки надо по атаке прокачаться. Так, здесь будем также бомбить. Опа, молодец. Ой, грибы. Блин, надо было защиту все-таки ставить. Хотя, секунду. Оу, ничего себе, зэк. Вот это ты красавчик. Вот это ты молодец. Сейчас сделал бомбочку. Шваркнул. Так, ну здесь, конечно, лучше поставить защиту дополнительную. Так, и надо вырубать нам вот этого парня. Так, смерть с небес. Ать, красота. Ну, это мне не страшно пока. Вот кто меня больше пугает. Да-да, ребята, именно Макман. Да чтоб тебя. Побежал, 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 смотри. Промахнулся, серьезно? О, парнишка, так все, тебе хана тогда. Да, ребята? Отлично, мы тут с тобой сыграли. Мне нравится. Так, тихо, что она делает? Они, да, вызывает? Вызывает дух Они. Он, по-моему, даже и не попал по мне. Шинигами, ну что я тебе могу сказать? Извини, но это только 3-я волна. Давай-ка бафнемся. Так, контратака, шикарно. Тут атака с крит-атакой. Вообще имбово, ребят. Ну-ка, прикинь, почти рвем всех. Есть контакты. Ну что, последний, тут у нас одни Микеланджело, да? Кроме... Блин, а как сделать? Ну давай попробуем так. И вот так. Есть, все.
Дальше на изи. Расслабляемся. Так, замедляха сработала. Смерть с небес падает. Вот сюда. Но не убивает, к сожалению. Так, это делает иммунитет. Иммунитет. Блин, и хил. А этот уходит в инвиз. Твою же налево, не успел добить, ребята. Просто чуть-чуть не хватило. Ну, тогда лучше, конечно, вот этого бомбашить. Причем он на ускорении. Меткость у него повышенная. Нет, парень, тебе здесь не рады совсем. Так, берем провокацию с тобой. Окей. Давай. А зачем я так сделал? Не понял, они... А, они вдвоем в инвизе стоят. Ха. Понятно. Так, массовая атака пошла. Бурундучков. Слушай, ну, судя по тому, как мы с тобой сейчас здесь проходим, можно попробовать, конечно, поиграть и выбить Майки Космоса карточку ДНК, да? Но там, по-моему, будет 75 уровень. Если только взять нам еще с тобой сюда 50-го, да, уровня, мы его, конечно, потеряем тут бесспорно, но зато можем попробовать, ребята, здесь выиграть. 75 уровень. Господи, это сложно, это тяжело. Макман там уже просто так не промахнется. Он уже звезданет, так звезданет, поверь мне. Ну, опять же, да сейчас грибы тут начнут нас петрушить уже. Смотри, прикинь. Ну, ты ну, смотри, что они делают, а. Вот так вот, ребята, вот и грибочки, блин. Плюс на себя повесили уклонение. Зашибись, неплохо устроились, да? Ну, трындец. А надо было делать, ребята, а надо было делать, знаешь что? Защиту, доп. Да вы заколебали, ёпарсеты, ну чё за дела-то? Да, в этой команде явно не хватает хила, явно. Хоть какой-нибудь, вот был бы у меня здесь Майки, да? Было бы замечательно. Я не могу попасть по этому говнюку, ты прикинь. 70-го уровня, прыщ, и фиг по нему попадешь. Ну, уже сам понимаешь, тут ползарубья нету у нас. Как нам тут дальше с тобой драться? Без понятия. Тараканы, ну, в принципе, тараканы — это все фигня, ребят. Они не страшные, скажем так. Давай хоть кого-нибудь накроем с тобой. Вот так вот. Жалко, нет контратаки, а? Ой, жаль. Ладно, наша очередь, как говорится, давать ответный удар. Давай на всякий случай поставим еще защиту здесь. Ну и будем их уже вырубать. Раз. Да, конечно, ага. Пришел тут в наглёж. Так, опять тля. А, тут 5 волн еще к тому же. Тут еще к тому же 5 волн. Ладно, одну тлю мы убили с тобой. Убиваем вторую. Блин. Еще и меткость понизили, а. Ты посмотри на них. Давай опять провокацию берем. Замедлили, зашибись. Давай-ка с тобой баф. Так, контратака — это хорошо, ребят. Да, но самые-то мощные противники нас поджидают впереди. Угу. Давай на всякий случай защиту возьмем. Сейчас будут нас петрушить. А там будут у нас на следующей волне, да, черепашки, ниндзя, именно Микеланджело. Все разновидности. А как это? Подожди, а почему так быстро сошли эти? Так, это замедленно. Давай, наверное, железноголову все-таки попробуем ушатать. Сейчас будет Блин, замедлили еще. А этот, наоборот, ускоренный. Так, попробуем пробить. Не получилось. Оу, все, да? Ну все, ребят, тут крышка нам. И знаешь, кто в этом виноват? Это паршивые грибы виноваты в этом. То, что вот они сделали. Потому что мы сюда пришли, у нас уже половины здоровья нету. Трындец. Грустно, печально. Прям, блин, нет слов. Ну, а что поделаешь? Я старался, ребята. Вы это прекрасно видели. Этих грибов невозможно вначале подбить. Они на себе уклонение там повесили целую стопку. И, как говорится, пробуй их бомби, ага.
Ладно, не будем переживать. Обязательно с вами справимся когда-нибудь. А знаешь, когда мы с тобой справимся? Когда у нас будет прокачаны Джастин и Мондагека. Вот тогда мы им покажем. Ну, или хотя бы кожеголовый. Хотя бы. Ну, я готов и на пиццерицу. В общем, Джастина нужно прокачивать, чтобы он здесь был вместе с Мондагекой. А, вот, вот кого надо, ребята. Джастина и Хила. Нам Хил нужен. А лучше кожеголового и морозильную кошку. Да, это было бы вообще идеально. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда на этой ноточке мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!